понравилось. А чем понравился спектакль? Он такой музыкальный, он о серьезных вещах, но так, что это понятно и, ну, очень интересно. Спасибо. Очень хороший. А чем понравился этот спектакль? Чем понравилась постановка? Ну, вы знаете, я хочу сказать, что понравилось тем, что, во-первых, очень современно, во-вторых, действительно касается той психологии общества, которая сейчас. Спасибо. Отличное. А чем понравился спектакль? Трудно сказать, но в целом очень положительное. Пока еще перевариваем. Спасибо. А чем понравилась эта постановка? Необычностью своей. Моя лучшая. А чем он понравился? Да. Чем понравился? Ну, во-первых, очень хорошая режиссура. Интересно очень. Много всяких таких моментов, да, сюрпризов. Так. Все актеры, конечно, замечательные. Отличные. А спасибо, чем понравился большой спектакль? И постановка понравилась, игра приятная, музыка очень интересная. Он просто молодец. Он вытащил, не только вытащил, он просто подал спектакль, именно саму идею выбора. Именно только любящий человек не принесет боль своему ребенку. Спасибо. Ой, ну нам очень понравилось. А чем постановка очень понравилась? Очень своевременная. Ну, классика, она всегда есть классика. Анатолий Брехт всегда был известен как и пацифист. Ну, а потом играет, молодежь играет хорошо. Нам очень понравилась, я не знаю, фамилия актрисы. Молодец, молодая, но талантливая, мне кажется, девочка. Ну, уж про стариков и говорить нечего. Спасибо, понравилось. А очень чем понравилось? Замечательная игра актеров, очень хорошие позитивные эмоции оставил. Очень советую. А чем понравился? Да всем, и артисты, и содержание. Вроде бы шли, напряжение было такое, Брехт, и что-то думали, что будет хуже. Нет, все хорошо, прекрасно. А лет хожу Маяков? 30. Очень понравилось. А чем понравилось? Необычно, легко и со смыслом очень понравилось нам. Костолевский прекрасен. Спасибо. Отлично. А чем понравилось? Вообще великолепно. Перекликайте свои мендости. А чем понравилось? Режиссура понравился, понравился художник. Художник очень понравился. И актеры отлично играли. И актерский состав потрясающий. Спасибо. Нам очень понравилось. А чем понравилась постановка? Поставлен хорошо, не скучно, весело, оригинально. Просто раньше это хорошее. Впечатление прекрасное. Спектакль очень, ну, удивительный просто. Я думаю, что со временем он будет все лучше и лучше. Прекрасное впечатление, хороший спектакль, хорошая постановка. Спасибо.